Добрый день! И сегодня я вам, друзья, покажу еще один образец, как можно здорово питаться. Печень, естественно, вареная не очень люди любят. Вот у нас говяжья печень, можно взять куриную. Свиную печень я не люблю и не даю вам совета, как ее готовить. Вот в этом случае у нас говяжья печень. Режем примерно вот такими кусочками, не тонкими, но и не сильно толстыми. Мы ее солим. По вкусу, естественно. Перчим, перемешиваем. Каждый кусочек вот перемешали. Насыпаем муку. Где-то не полную столовую ложку растительного масла распределяем по противню, чтобы оно не пригорало к нему. Берем теперь эту печень, обмакиваем в муке. Хорошенько обтряхиваем и укладываем на противень. Желательно, чтобы кусочки не соприкасались друг с другом. Всю печень мы разместили на листе. Теперь сверху на печень, потому что мы ее сейчас поставим в духовку. Чтобы мука не горела, мы ее тоже слегка вот так вот смазываем маслом. Не обмакиваем масло, ничего, вот так вот смазали. Ну и все, друзья, сейчас мы это отправляем в духовку. При температуре духовка должна быть уже горячей, 180 градусов. И 5 минут. 5 минут она пожарится с одной стороны, мы вытаскиваем и переворачиваем ее на вторую сторону, на 2 минуты. Прошло 7 минут, мы достали из духовки печень, я переложила его на блюдо, посыпала жареным лучком, жареной морковочкой. Подается как холодное. Приятного аппетита, друзья!